Школа ивановской гимнастики известна и хороша настолько, что для тренировок в наш город едут спортсмены даже из солнечной Кубы. Делегация из дружеского государства приехала в спортшколу номер 9, чтобы подготовить свою сборную к ответственному соревнованию – панамериканским играм. Этим девочкам 15-17 лет. Большую часть жизни они занимаются гимнастикой. Благодаря этим тренировкам, которые уже состоялись несколько лет назад, наши спортсмены уже достигли очень высоких результатов на мировом уровне. В городе кубинская делегация пробудет до конца апреля. За это время тренеры 9-й спортивной школы скорректируют их программу выступления, помогут довести ее до совершенства и укажут на возможные ошибки. Есть программа, которую нужно усложнить для того, чтобы быть конкурентоспособными для выступления на их крупных соревнованиях. Поэтому мы занимаемся пересмотром программы. Внутри этой программы усложняем элементы, усложняем набор вращательных движений, усложняем набор динамических движений. Программа будет серьезно изменена, и она позволит претендовать на более высокие оценки. В наш город спортсменки приезжают уже не в первый раз. Предыдущая учеба у ивановских гимнасток дала результат. На прошлых панамериканских играх сборная Кубы заняла второе место. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.